Привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Так хотелось поговорить с Кирой. Все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. И сколько раз ты уже это смотрел? Скучаешь по ней, да? Не переживай. Мы обязательно ее разыщем. Вам двоим многое надо наверстать. Итак, мы на месте. Синхронизируй орбиты. Сколько мороки из-за какого-то обломка. Добыча руды в космосе – выгодный бизнес, мисс Дэниелс. А Эгида-7, судя по отчету, просто золотая жила. Кобальт, кремний, осмий. Так, и где же... Ага, вот он. Мы в пределах видимости. Так это и есть Ишимура? Круто. USG Ишимура. Класс планетарный потрошитель. Похоже, они уже начали курочить одну. Почему нет огней, даже габаритных? Капрал, сближайтесь и вызовите их. Избегайте мусора, мы тут, чтобы починить их корабль, а не угробить наш. USG Ишимура, это аварийная бригада USG Келлион. Прибыли на ваш сигнал о помощи. Ишимура, прием. Надо усилить мощность передачи. Я в курсе. Усильте сигнал. Еще. В жизни не слышала, чтобы на таких кораблях были проблемы со связью. Что там, никто не может поднять трубку? А это что? Битый сигнал, как я и думала. Похоже, у них проблемы с дешифратором. Стыкуйтесь с кораблем, и мы займемся ремонтом. На все 48 часов. Хорошо, ты ее слышал. Стыкуйся, посмотрим, что у них. Гравизахваты включены. Начата процедура автоматической стыковки. Что за черт? Сэр, стыковщик. Что с ним? Мы сбились с курса, мы врежемся. Поднять защиту. Их стыковщик поврежден. Перейти на ручное. Быстро! Внутри магнитного поля тряхнулся. Отставить! Нет, я знаю, что делаю. Капрал, выполняйте приказ. Все целы. Я спас наши задницы, мисс Дэниелс. Попробуй мы отменить стыковку на этой скорости, нас бы размазало по борту Ишимуры. А теперь успокойтесь, за работу. Капрал, отчет. Потерян сигнал от двигателей левого борта. Рации и автопилот накрылись. Потребуется время на ремонт. Ладно. Вдруг кто поможет на причальной палубе. Стой, Айзек. Я синхронизирую X с системой корабля. Все, готово. Показатели здоровья в норме. Хорошо. Тогда выдвигаемся. У нас уйма дел.
не сигналы потеряли. Мы потеряли сами двигатели. Невероятно. На борту USG Ишимура. Ишимура – первый корабль класса «Планетарный потрошитель». Срок его бесперебойной службы составляет уже 62 года. На счету Ишимуры рекордно высокий показатель – 34 отработанные планеты и абсолютный рекорд удовольствия. Перебой с энергией повсюду. Айзек, разберись с той дверной панелью. Кто-то торопился, собирая свои вещи. Тут должен быть кто-то из охраны. Ага, только их нет. Вообще никого. Я не регистрирую никаких переговоров. Эта консоль все еще дышит. Айзек, подключись к ней, может, что-то узнаем. Кендра, постарайся запустить лифт. Цепи обесточены. Не выйдет. Так найди, где есть питание! Будем работать одной командой. Быстрее поймем, что тут происходит. Айзек, разберись с компьютером. Используйте локатор для нахождения следующей хреново. Корабль сильно поврежден. Система туннеля отключена, перемещаться будет непросто. Вентиляция заработала, уже хорошо. Черт, что это было? Запуск системы фильтрации активировал датчики автоматического карантина. Можете все расслабиться. Стойте, замрите! Что это? Еще что? Тут кроме нас кто-то есть. Thank you.
Айзек, мы видели еще твари по пути сюда. Ты в порядке? Что это такое? Откуда эти твари? Кто они? Говори тише. Кто бы это ни был, они нам не рады, а половина дверей перекрыта из-за карантина. Нам нужно на мостик. Но сначала починим транспортную систему. Ты чокнутый! Из-за тебя мы все погибнем! Будешь слушаться меня, я вытащу нас отсюда. Что с транспортом? Да пульт управления накрылся, но в инженерном отсеке должны быть запчасти. Сломанная вагонетка блокирует нужный тоннель. Из-за долбанного карантина все двери закрыты. Отсюда мы никуда не попадем. Мы нет. Но ты можешь. Айзек, если я доберусь до мостика, я получу доступ к данным экипажа. Ты починишь транспорт, а я помогу найти Николь. Вы можете сменить текущую задачу в режиме карты. Отдыхать.
Это Бенсон. Смиту удалось грохнуть одну из тварей. Внимание! Не пытайтесь попасть им в корпус. Вы должны отсекать им конечности. Хватайте резаки или что-то в этом роде и режьте их на куски. Мало что дает. Целься по конечностям. Разнеси их к черту. Это должно помочь. Отстреливание конечностей наносит больше урона, чем стрельба по стрелять в конечности. Просто иногда это не получается. Просто в конечности. Давай без замедления, просто один на один. Похоже, дверь заклинила, Айзек. Попробуй открыть ее стазис модулем, который ты подобрал. Ну я что, просто ждал? Где все? Тазис. Тазик. Пойду в тубзик. Кто свет вырубил? Куда я хотел пойти? А, в туалет. Ну, иди сюда. Закрепи психу. Все нормально. Я
Модуль поможет управлять этим механизмом. А может, да я сначала избавлюсь от мертвецов, а потом буду А где второй? Давай выбрать, где я с тебя встречу. Ее на ремонтную платформу, но сдох автопогрузчик. Мне нужен стазис-модуль. Если мы не снимем этот кусок дерьма с рельс, он заблокирует всю систему. Замена поврежденной вагонетки. Пожалуйста, ждите. Гадская вагонетка блокировала туннель. Как только заработает компьютер, отправь вагонетку с пульта из комнаты контроля. Только быстрее. Я слышу, как тут что-то скребется. Процедура замены завершена. На всякий случай.
это был вызов. Охранную систему. Пришлось попотеть, но теперь ты можешь попасть на инженерную палубу. Инфопанель должна быть там. Просто я знаю, что из этих трупов монстры делаются. Thank you.
Айзек, это Кендра. Дверь в хранилище заперта, тебе нужен ключ. Он должен быть где-то на инженерной палубе. Да ты издеваешься. Ради хирург я возьму патруль. Ясно, пошел мне нафиг.
следующий раз пугаю лучше. Эту панель в транспортный контроль и подключи ее в стойку компьютера. Это перезапуск. Thank you.
должен сказать здорово, прежде чем кидать. Системы включен. Ой, простите. Не хотел. Инициализация транспортной системы. Система инициализирована. Вагонетка на причальной палубе. Все. Карантин снят. Вау. Так, мы на борту и направляемся к мостику. Отлично. Странно. Карантин только что был снят. Наверное, эта дрянь убралась с причальной палубы, вот и славно. Айзек, давай на Киллиан и подготовь его к вылету. Мы сейчас на мостик, встретимся уже на борту. Если доживем. Хэммонд, мы не сможем с этим справиться, это самоубийство. Ваша низкая оценка моих действий принята во внимание, мисс Дэниелс. Но у меня есть задание, и я намерен его выполнить с вами или без вас. Я ясно выражаюсь? Просто выведи нас, а? Я без патронов остался, чё, блять. Прекрасно, чё. Просто зашибись. Надеюсь, в командном центре будет магазин. А пока просто буду брать следующим на ХП и броню. What?